Наши деды говорят так, наши отцы, что среди чеченцев есть джигиты. Отдельные джигиты, они хорошие ребята, но по своей и силе, и ума, и по всем качествам есть джигиты, которые только нужны семье. И им нужна семья только. Все. У них других забот никаких нет. Но есть джигиты, которые нужны силу. Вот он может всегда за село постоять, ответить за село. Но есть джигиты у нас, еще говорят, которые нужны всей стране, всему народу, понимаешь? Вот такие у нас ребята, да? Их, правда, не так много. Но из таких один вот этого, Нухаю Хожи Ахмед, я так считаю. Папаха – это у нас отцовский, даже предотцовский, да, форма. Сейчас вот люди без головной убора ходят. Ну, мы, конечно, стараемся, чтобы люди поняли отцовские и трагедии своего, оставшие след старинный, чтобы они взяли обратно. Мой форм другой, да? Какой дело? Какой? Ну, они такие носили, такие носили. Но шейх Мансур, пред мой дедушка, шейх Мансур, когда был в войне, смотри, там одетый, был такой в форме. Я поэтому одеваю его. Это считается дедушка. Зимняя форма? 250 лет тому назад, 240 лет тому назад. Он одел, когда он был в войне, это не такой войны был, он не стрелял. Он землям воевал. Когда он земля кинул, 15 километров огонь делал. У него оружия не было. Был там какой-то, там в армии был у них, но у него в руках не ружье было, а был земля. Вот такие дела. Да,